Здравствуйте! Я хочу вам показать, как сделать карман жакета. Отмечаем линию на жакете примерно 15-16 сантиметров. Затем обтачки, прежде чем их притачать, надо наклеить на них флизелин. И притачиваем к линии разметки обтачки, отступая пол сантиметра от края обтачки. И притачиваем. Одна обтачка. Теперь вторую обтачку. На одном уровне с первой. На одном уровне с первой обтачкой. Вот посмотрите, две обтачки на одном уровне. На одном уровне все притачено. Так, теперь разрезаем по линии притачки. По линии притачки разрезаем. Так, в конце. На уголки разрезаем по этой линии. И здесь разрезаем на уголочек. В самом конце разрезаем на уголочек. И это также, чтобы получился у нас такой язычок. И следующая сторона на все шеи также. На уголочек. И это режем на уголочек. Выворачиваем. Выворачиваем наизнанку две обтачки. Выворачиваем их. Так. И приглаживаем. Разглаживаем линию притачки. Так. Разглаживаем. Угу. Теперь с другой стороны. То же самое. Линию притачки разглаживаем. Угу. Вот. Вот. Разглаживаем. А затем выворачиваем и выметываем кантик. Выметываем кантик. Приглаживаем карманчик. Теперь нам надо к карману прикрепить подкладку. Прежде чем прикрепить, надо материал такого же цвета, как и жакет, примерно ширины 6 сантиметров пристрочить к подкладке. Вот как я это сделала. Теперь подкладываем
под карман, подкладываем под карман подкладочку и строчим по первой обтачке. Вот первая обтачка. Вот она, первая обтачка. По ней пристрачиваем подкладку. Можно сначала наметать, а затем пристрачивать. Можно сразу. Вот я пристрочила. Так. Теперь отворачиваем подкладку в сторону и строчим по второй обтачке. Так. Дальше к нижнему отворачиваем, к нижнему краю обтачки притачиваем подкладку, вот так, подкладку. Пристрачиваем подкладочку. Вот так. А теперь нам надо стачать карман. Вот что у нас получилось. Здесь у нас один и тот же цвет. Здесь у нас карманчик. Теперь мы строчим по этой линии, захватывая язычок, который у нас получился. Другую сторону притачиваем. Угу.